Сегодня в районной администрации прошла встреча, посвященная подготовке к молодежному слету «ФИШТ», который запланирован на 16 августа. В зале собрались молодые люди, школьники и студенты различных высших учебных заведений, которые добились успеха в сфере культуры, спорта и образования. Эти ребята будут представлять наш район на значимом мероприятии. С приветственным словом к молодежи обратился глава района Заур Хамирзов. Принимаем самое активное участие, поэтому я надеюсь, что в этом году район будет очень-очень достойно представлен на слете талантливой молодежи, отбор, который проводило управление образования совместно с комитетом по делам молодежи. Ребята отобрали вас как самых лучших, достойных, поэтому не подведите. Каждый из участников представил себя, рассказав о своих увлечениях и достижениях. В этом году делегацию будет сопровождать заместитель главы района по строительству, архитектуре и ЖКХ Евгений Глазунов. Участники получили спортивную форму, а также прошли небольшой инструктаж, где были озвучены основные моменты предстоящего мероприятия. Слет в горной части Адыгеи обещает стать не только площадкой для обмена опытом, но и отличной возможностью для молодежи продемонстрировать свои таланты и завести новые знакомства.